Молодого челябинца, спешившего в автошколу, избившего четверых на остановке, отдали под суд. Устроившему ДТП 19-летнему водителю грозит до 2 лет лишения свободы. Речь идет о жуткой аварии, которая произошла летом на Комсомольском проспекте. Тогда, по версии следствия, молодой водитель на Рено Логан выехал на перекресток на красный свет, столкнулся с автомобилем, который совершал поворот, и сбил 4 людей, стоявших на остановке. Господи! Это кадры первых минут после ДТП. Люди разбросаны на дороге. Очевидцы пытаются оказать первую помощь. Увидел мигающий зеленый светофор. Побоялся применить экстренное торможение, потому что сзади меня ехала машина. Решил проскочить на желтый. Стоп-линию пересек я на желтый светофор и слева увидел, как бы налево поворачивает водитель Kia. Он ударил меня в бок, в левую сторону. Меня отбросило на тротуар. Сейчас молодой автомобилист полностью признал вину. 19-летнего челябинца отдали под суд. Ему грозит 2 года лишения свободы.